Внести предложение по изменениям и дополнениям Конституции можно через общественную приемную «Белой Руси». Будет работать и единая республиканская горячая линия. Первый день – 30 декабря. Затем с 3 января по будням с 10 до 13 и с 14 до 17 часов. Учителя с нового года будут больше получать за классное руководство. Надбавка в размере 207 рублей предусмотрена для педагогов, которые выполняют также функции преподавателей-кураторов учебной группы в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования. БелЖД назначила более 100 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. С учетом растущего спроса на перевозки, компания увеличивает количество мест для проезда пассажиров в составах, назначенных ранее. Два поезда будут курсировать с 31 декабря по 2 января по маршруту межрегиональных линий бизнес-класса «Минск-Гомель». Накануне в Туголице горел жилой дом. Пожар произошел в 10 вечера. Спасателей вызвала местная жительница. Работники МЧС справились с пожаром. Огнем уничтожена кровля и перекрытие. Повреждено имущество в доме. Пострадавших нет, причина устанавливается. Бобруйчане в канун Нового года смогут совершенно свободно приобрести необходимые продукты к праздничному столу и выбрать подарок для своих близких. 1 января рынки будут работать в обычном режиме, а предприятия торговли откроют двери для посетителей на час позже.